Здравствуйте, ребята! Начинаем урок русского языка. Мы завершаем раздел «В здоровом теле здоровый дух». Тема урока «Шаги к умению». Подводя итоги, изучив раздел «В здоровом теле здоровый дух», вы должны уметь описывать сюжет, используя картинки и фразы, отвечать на простые вопросы по содержанию текста, записывать слова и словосочетания с помощью учителя, использовать в речи глаголы нужного времени, а также знать, что такое предлоги. Выполните следующие задания для проверки своих знаний по данному разделу. Страница 24. Задание первое. Сравни, что есть общего у данной кошки. Чем они отличаются? Объясни. Например, у кошки свое тело. Она животное. У человека свое тело. Далее попробуйте самостоятельно. Задание второе. Составь предложение. Какие угощения приготовили Санат и Асель для бабушки? Запишите предложение в тетрадь. Подчеркните предлоги. Задание третье. Опишите картинку. Составьте текст о зимних забавах детей. Используйте существительные слова-предметы и глаголы, слова-действия. Запишите в тетрадь. Страница 25. Задание четвертое. Подумай. Назови верных помощников человека. Запиши их по порядку в тетрадь и придумай к ним прилагательные. Например, язык, орган вкуса, вкусное яблоко, нос, орган обоняния, душистый цветок. Далее попробуйте записать самостоятельно. Задание пятое. Расскажи. Рассмотри интерактивную картинку и опиши, что делал Санат вчера, что будет делать завтра, глаголы какого времени ты использовал. Докажи. Критерии успеха. Я могу в своей речи использовать глаголы нужного времени и предлоги. Я умею описывать сюжеты, пользуясь картинками и фразами, записывать словосочетания. Урок окончен. Спасибо за работу.